И снова всем привет, дорогие друзья. В этом видео хочу вам рассказать о новинке. Многие, наверное, видели, но я так думаю, не все. У многих пришло такое сообщение: распределение доходов от объявлений в Shorts. Вот. Я так думаю, что многие просто пропустили, многие не обратили внимания. Ну и все в том же духе. В общем, что это значит? Это значит, что с 1 февраля 2013 года нам будут платить, у кого есть монетизация, кто является партнером YouTube, будут, ну, платить некие там финансы за видео формата Shorts. Вот, ссылочку, конечно, прикреплю на вот эти новости, можете почитать. Но смысл заключается в чем? То, что будут вставляться также рекламы в эти форматы, я уже тут почитал немножко. Также добавится у нас такая фишка, что нужно будет, ну, как сейчас, 1000 подписчиков и 4000 действительных общедоступных часов. Ключевое слово — общедоступных, если видео ваши не будут скрыты. Ну, за последние 12 месяцев. Либо 1000 подписчиков и 10 миллионов действительных общедоступных просмотров за шортс за последние 90 дней. Будет это выглядеть вот так вот в творческой студии, когда вы будете это набирать. Вот. Вот тут написано про доход, что будут платить туда-сюда. Вот, не засчитываются просмотры короткие, но это ладно. Это понятно, потому что если у вас нет 4000 часов, то за шортс вам не будут зачитывать. Это всем понятно. Вот. Данная заявка будет у нас публиковаться в январе 2023 года. Так что с января 2023 года можно будет подать уже заявку на вступление в вот эту систему. Здесь было написано, я уже не помню. Ну, в общем, почитайте, я ссылочку добавлю, кому это интересно. Вот. Также будут за музыку все-таки платить в этих форматах Shorts. Вот. Доля дохода авторов составит 45%. Вот. Независимо от того, используют ли они музыку в своих коротких видео. Но это понятно. Да ладно. Так. Что еще? Вот. А, вот. Супер спасибо также с января будет у нас по всему миру действовать, за который можно будет деньги получать. И вот монетизация контента с музыкальным сопровождением. За нее тоже будут платить. Часть будет направляться автору музыки, другую часть автору видеоролика. Но это тоже почитайте. Вот. Но основная задача — то, что нам будут за шортс платить. Вот в чем дело-то. Кто специализируется на таких роликах, у много просмотров, в принципе, могут получить монетизацию, если у них будет за 90 дней 10 миллионов просмотров. А у кого просто есть уже партнерская программа, кто подключен, то те просто будут получать некие суммы от коротких видосиков. Вот такая вот интересная у нас новинка, новость. Очень познавательно. Почитайте, поизучайте. Я думаю, есть к чему стремиться. Все-таки YouTube не такая уж потерянная платформа. Будет все классно, я так думаю. Ну, а на этом пока что все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.